Вот начало долины Хаус. Здесь начинается хаос камней. Дороги. Они здесь огромадные. Нам надо было идти другой стороной, но мы поперли в неправильном направлении. И в итоге вышли не там, где надо. Ну почти. Тут оно все рядом. Ну просто есть спуски лучше, есть меньше. Но камни одинаковые. Видите, какие булыжники стоят большие. Вот они все такие здесь. Откалывается гора большими камнями. Падает прямо. Прямо падает вниз. Вот они какие есть. Большой каменюка отвалился и упал. Где-то лежит внизу. А вот это вот нормальный спуск. Там чуть-чуть левее. Смотри, откуда идем в хаосе камней с отвальными породами. Здесь уже градусов 45 примерно, идти можно свободно. Менючки попадаются разные, кругленькие, интересные, плавленные в лаву. Вулкан здесь повеселился на славу. Камни плавленные в лаву. И вулкана прямо в славу. Разгрузил вулкан на славу. Ух!